Вакцинация от COVID-19 стала главной темой совещания главы Кашхабского района Заура Хамирзова с руководителями предприятий крестьянско-фермерских хозяйств, бюджетных организаций и ведомств муниципалитета, представителями малого бизнеса, духовенства, общественности и СМИ, депутатами местных уровней. Также в мероприятии приняли участие депутат Госсовета ХАСы Республики Адыгея Зураб Зехов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главный врач Кашхабской центральной районной больницы Заур Хашев, представители Роспотребнадзора, заместители главы района, начальники отделов и управления администрации, главы сельских поселений. Открыл мероприятие Заур Хамирзов. Год назад, ровно год назад, если мы возьмем вот это число, в Кашхабском районе было два заболевших человека. Причем у одной из них этот диагноз не подтвердился. Потом прошло время, буквально один месяц, наступила середина июня, и кривая пошла резкий рост. И мы наблюдали этот резкий рост до середины августа. Вы все прекрасно помните, на какие шаги власть вынуждена была пойти. Помните, когда мы практически перекрыли движение, когда были санитарные блокпосты. Больше всех пострадал малый и средний бизнес. Больше всех. И ни я, ни вы, естественно, мы не хотим, чтобы эта ситуация повторилась. Кажущееся затишье сегодня не повод расслабиться, ведь число летальных исходов от коронавирусной инфекции растет. Единственный способ уберечь сегодня себя и близких, вернуться к полноценной нормальной жизни – это вакцинация, подчеркнул руководитель района. Речь идет о здоровье, особенно о здоровье старшего поколения. Вакцинация не дает 100% гарантии, но она дает 100% гарантию, даже если человек заболеет, болезнь будет проходить в более легких условиях. То есть тяжелую форму она не перерастет. В первую очередь слово было предоставлено руководителю Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея по Кашхабскому району Жанне Бжецовой. Мы все должны знать и понимать, и вспоминать, наверное, прошлый год, какой он был тяжелый. Люди не верили, действительно. Когда мы первые дни выезжали на объекты, на очаги, нам говорили, вам за это деньги дают, за меня сколько дадут, 80-70 тысяч. Дорогие товарищи, нам ничего не дали за то, что мы это делали. Это мы свою работу выполняли. Мы не успевали 50 человек в день регистрировать, не говоря о том, как проводить эти все противоэпидемические мероприятия. Круглосуточно работали в очагах. Это очень серьезно, это очень действительно серьезная тема. Я считаю, самой главной профилактикой этой страшной коронавирусной инфекции является вакцинация. Давайте серьезно отнестись к этому вопросу в своих коллективах. Еще раз, убедительная просьба. Заур Аскабиевич все высказал. Я думаю, все мы поняли. Будем работать в своих коллективах, доводить до членов своих семей, что это очень серьезно, что мы все должны преодолеть это. Не менее 70% будет у нас вакцинация населения, у нас будет обязательно коллективный иммунитет, и мы победим этот ковид. Подробнее на вопросе вакцинации остановился главный врач Центральной районной больницы Заурби Хашев. Вакцинация, если именно против новой коронавирусной инфекции, если посмотреть назад, на ее старт, она стартовала 29 января. Это, разумеется, 2021 года. И ход ее был рекомендован приказом Министерства здравоохранения Республики Адыгея, приказ номер 6, 29 января. В этом приказе был утвержден план специфической иммунизации, перечень привычных пунктов в муниципальном образовании Кашхабский район и порядок самой вакцинации. Саму вакцинацию, кстати, благодаря Субоскопиевичу, мы только что на мониторе видели, как она протекает. Я хочу сказать, что это, видимо, верхушка айсберга, то, что наблюдает и в чем участвует непосредственно пациент. На самом деле, сама работа, конечно, намного сложнее, она и объемнее. Вот вакцинация для пациента занимает 60 секунд. А прививочный
работа, можно сказать, только начинается. Потому что надлежащее оформление занимает время и силы, и много внимания. Это утомительная процедура. При любых обстоятельствах и важность этой вакцинации, и самой этой компании необходимость, она все равно в приоритете, она на месте номер один. Поэтому какие бы ни были дела, какие ни были давлеющие обстоятельства, все они оставляются в сторону, и все руководители медицинской организации, руководители подразделения медорганизации, передовые медработники, они как бы заряжены вот на эту вот работу. 5% населения нам было необходимо охватить, потому что в этой вакцинации ключевое слово массовое. Только массовым охватом населения мы сможем добиться поставленной задачи сообщить, передать, привить населению так называемый специфический иммунитет. Вакцина, это медицинский препарат, это лекарственный препарат. Его предназначение обеспечить здоровье человеку. Не повредить этому здоровью, никакой ИСО, а обеспечить, если были бы факты, хотя бы один. В республике Адыгея, но ведь сделано сейчас совокупно по всем районам более 20, сейчас цифра 24 тысячи вакцинаций. 24 тысячи вакцинаций региона, и мы не имеем ни одного факта. Ни в официальной статистике, ни в каких-нибудь там в других источниках ни одного настоящего факта какой-то вредоносной реакции для пациента, которого вакцинация прошла. Свое мнение о мире до и после пандемии, а также о борьбе с ней, высказали многие участники мероприятия. Эта болезнь вмешалась не только в нашу жизнь, в экономику, вмешалась и в обряды, и в традиции, и много хорошего мы, к сожалению, не хочу сказать, может поспешу, теряем или забываем. Но необходимо вернуться на свое место опять. Вот сегодня мы собрали вас, актив, район, предпринимателей, руководителей, чтобы еще с вами в процессе общения такого ни в коем случае никто не читает никому нотацию, просто в процессе общения, доверите ли вам нормального человеческого общения, еще раз поговорить на эту тему и понять, что нам это непременно, несомненно нужно, всем нам нужно. Ситуацию вы все помните, 2020 года, то, что была сложная ситуация со всей этой болезнью. Я тоже хочу согласиться, да, мне тоже со школы внесли дети, вся семья переболела в ноябре месяце. Ну, хорошо, что в легкой форме, больших таких сложностей не было. А у некоторых наших коллег и родственников были большие проблемы даже в больницу попасть было очень сложно. Вот хочу тоже обратиться к коллегам. И мы тоже на работе проведем определенную работу и постараемся, значит, объяснить людям, что нужно вакцинироваться. Это для общего блага, для старшего поколения, которое очень сложно переносит это. Проведем работу и, я думаю, будем вакцинироваться. Мы новые, мы охуд за сашем, мы ханешко, я пснюхаю всю трассу за рехаксер, мы коронавирусер, узфагю, зишаде за рейгерабе, узфагю, уз за разадедоги хава, за фуэвэ ад хаусиха, са зишаде дюнавоги, поднесли, дирасмага, подвага, мы охум года, я фандыхам на охум, хадава эснер годивший сумах, хадава эснер дагом. Бухава, ауа, на коронавирусом и тигава. Я плантал дам шейжу, я унагра махайжу. Хам, занту яшу, и вот они фимичу шарахим де, зехам ди дай дэрги, диндэхам ди хасадиду, вода хасадиду, я вот ги алмаз брадарасите. Араши маржа хогиноба, хабзер, вакцинациям, хабжу, просяк, хабжу, зритаушит, уз фаджааджи, мы дуньям тяти худжа, халера, ибами, шума, ибами, квадзапы, или гваджа, абстоуми, азоу, зрата гваджа, вакцинация раши, бара. Вакцинация, маханашху, ябтин хрюшит, маржа хогин, диамаз, азариху, диагад, зратеху, Фазабайджа, мы охум, медикхами, да давапок, каждым давапок, да утихом, я говорю, давагауи, да хатику,
Вы поздравите мусульман нашего района и христиан с продолжающимися праздниками. Все мы помним, как в прошлом году у нас проходили праздники при пустых храмах. В основном прихожане у нас пожилые. Было запрещено ходить. Пасха прошла у нас фактически без людей. Священник, певчие, и на этом все. Очень много у нас в районе было сделано для того, чтобы профилактировать все эти последствия. Благодаря руководству Зауд Аскарбиевич были выделены нам и маски, и средства для обработки рук, полов. Но, конечно же, этого мало. Сколько бы мы с вами не прятались от этой беды, от этого врага, никуда мы от него не сможем убежать. В конце концов, он каждого из нас может настигнуть. И, конечно же, вакцинация – это такой очень большой и важный шаг, после которого мы с вами хоть немножко становимся защищены. Безусловно, ситуацию по коронавирусу остается еще очень сложной. Мы все свидетели того, как район, значит, вышел из этой критической ситуации, как республика выглядела в период пандемии. Многие люди, конечно, почувствовали на себе тяжесть, значит, той болезни, которая окружила нас всех, каждую семью. К сожалению, сегодня почему-то идет вакцинация в каком-то непонятном восприятии. Люди больше, наверное, прислушиваются к той грязной информации, которая публикуется ежедневно в интернете. И та болтовня, которая существует среди массы, среди большинства людей, она, наверное, воспринимается более четко, чем те требования и необходимость вакцинации. И в силу своего, значит, влияния через общественную организацию «Адыгахасы» мы постараемся, значит, через своих активистов дойти до людей, объяснить, в чем смысл вакцинации и какова его цель. Это сохранить наших людей, сохранить семьи, сохранить численность населения. Сама сложно перенесла эту болезнь, а убытки, причиненные пандемией, мы считаем до сих пор, отметила индивидуальный предприниматель, владелица кафе «Кабардинка» Фарида Тхапшукова. Проблема коснулась меня лично, мою семью. Мы переболели всей семьей, переболели, ну, не в сложной форме, но все-таки сама считаю, что и хочу очень, обязательно хочу привиться. Я просто недавно переболела, у меня сопутствующие заболевания, сахарный диабет, и ну, сказали, что уже скоро можно. Через 2 недели я думаю прививаться. Сын мой старший уже привит. Остальные члены семьи тоже будут прививаться. Очень тяжело, у меня не было клиентов. У меня все равно шли текущие расходы. Было сложно, год был очень тяжелым, что сказалось до сегодняшнего дня. Очень трудно восстановиться, трудно начать все сначала. Плюс и вообще страх существует. Я сама после того, как переболела, до сих пор боюсь. Иногда хочется одевать 2 маски, маску на маску. Также в зале прозвучали и другие комментарии, которые сводились к одному и тому же решению. Возвращение к прошлогодним ограничениям губительно для района. Единственный способ защитить себя и окружающих – это вакцинация. Ну вот я с кем общаюсь, да? Вот люди, которые переболели, до того, как переболели, они все считали, что это меня не коснется. Это стороной пройдет. Я здоровый, моя семья тоже будет нормально. Но переболев человек этой болезнью, каким образом он ее получил, никто не знает. И от кого она пришла, от другого себя. Каждый думает, с кем я вот общаюсь, я что надо обязательно вакцинироваться. Люди начинают умнеть тогда, после когда того, когда уже переболели. Но умные люди всегда на чужих ошибках учатся. Хотя вот мы все сидим и говорим, что у нас все нормально. А ничего не нормально будет никогда. Почему? Потому что это такая болезнь, которая может в любой момент каждого из нас коснуться. И каждый из нас может заболеть 100% этой болезнью. Кто не был бы. И я считаю, что лучше всего делать, сход граждан сделать в каждом ауле.
собрать людей еще раз, популярно объяснить людям, что эта болезнь любую семью задевает. Мы все живем в одном ауле. И все знаем, что кого касается. И у кого какие болячки есть, у кого что. Она может просто-напросто взять того человека, вполне здорового человека, который никогда ничего не болел в жизни, ее подцепил и все. И его не станет через некоторое время. Или хронический человек болеет, тоже самое проходит. Летальные исходы происходят. Так что я думаю, если мы хотим, чтобы сдвинуть с точки выбора в эту болезнь, чтобы она ушла, надо сделать полностью, чтобы везде, по улам, полностью все люди сделать спот граждан и людей об этом просить. Я думаю, люди поймут. Почему? Потому что в каждом уле эта болезнь носит людей. И каждый человек знает, что она может его коснуться. И надо людям сказать, что эта вакцина, она в принципе говорит, что она как-то бьет на здоровье и тому подобное. Если она била на здоровье, вряд ли военных и, допустим, другие правоохранительные органы их вакцинировали. Людей, которые уходят в атомную подводную лодку, садятся на полгода, их вакцинируют и их отпускают. Если бы она какие последствия несла бы, делали бы это? Вряд ли бы, я думаю, делали бы. Но просто-напросто приходит какая-то пропаганда, что людей запугивают тем самым. Вот людям нужно разъяснить, что вакцинация не смертельная, и она приносит пользу, и все. Многие из присутствующих внесли предложение организовать сходы граждан в населенных пунктах района, где жителям могли бы рассказать о принципе работы вакцины и о необходимости ее применения вживую. Глава района отметил, что это предложение будет обязательно учтено, и с обязательным соблюдением норм и предписаний Роспотребнадзора подобные мероприятия пройдут во всех поселениях муниципалитета.